Либо есть, либо их нет. А по поводу мотивации в ходе самоисполнения своих обязанностей, вот вы, вот мы сегодня сидим и говорим, да, то есть мы говорим там о долге, о патриотизме и так далее, и так далее, и так далее. У нас всегда звучат два основных слова. Это работать по совести, да, и честно. Так вот, в первую очередь, мотивация нормального исполнения государства своих обязанностей будет совесть в любом случае. То есть личное отношение человека к выполнению работе в соответствии со своим воспитанием, в соответствии со своими духовными, культурными, социальными и так далее, так далее, так далее, представлениями о жизни. Поэтому я еще раз говорю, что я выступаю в этом отношении пессимистом, пока человек вот, все будет зависеть от конкретно взятого человека, от его совести. А какая у него совесть? Вот. То есть какая у него совесть, от этого будет зависеть человек. Нельзя внешними факторами, расстрелами, конфискациями имущества и так далее и тому подобное, а сделать честного чиновника. Ну, практика в жизни всегда это показывает. И при Петре вешали, и при царях вешали, и в Китае до сих пор вешали, да? Расстреливают. Ну, не девай. Они же их, все равно же их расстреливают, значит, они откуда-то берутся, правильно?